Всем привет! Сегодня 16 января 2022 года. Решил я сегодня снять небольшой обзор по работе 155У радиоприемника. Сегодня хорошая погода. Прохождение должно быть неплохое. В общем, сейчас мы его включим. Перед тем, как включить... Хочу немного рассказать о процессе его ремонта. Как видите, боковые крышки я пока не одеваю. Есть одна маленькая такая проблемка ввиду отсутствия противолокационного фильтра. Вот здесь вот он должен стоять. Это получается тот участок, где вставляется блок главного радиоканала 2.1. Вот тут вот обрезан кабель, идущий к противолокационному фильтру. Из-за того, что его нет, приходится вот делать вот такой колхоз. Видите, кабель подсоединен прямо к блоку 2.1. Подается антенна напрямую, без всяких противолокационных фильтров. Если у кого-нибудь есть такой ПЛФ, дайте мне знать, я думаю, мы с вами договоримся. Можно даже без КМ-ок. Мне не привыкать впаивать КМ-ки. Буду премного благодарен. Еще, конечно, нужны все различные крышки на блоке. Ну вот, по типу вот такого вот. Это блок подставок. Это от него крышки. Но нужны и на другие узлы. В частности, на блоке 1.4, 1.8, 1.9М. То есть для восстановления вот этого вот блока 1.0В. Многие просто субмодули, которые у меня есть, они остались без этих крышек. КМ-ки я там уже частично впаял. Вот еще на очереди под восстановление R155P. Блоки тут пустые вообще. Вот четверка 4.0М. А у него субмодулей даже нет. Пятерка тоже вот в печальном состоянии. Поэтому, если у кого что-либо есть, какие-то узлы, мы с вами, я думаю, договоримся. Вот еще на очереди R678B под восстановление. Тут беда с самим блоком главного радиоканала. Не хватает некоторых модулей. Вот она, красавица. Большая-пребольшая. Так что занятий тут еще есть, в общем, чем заняться. Вот этот 1.0В неисправен. Блок 1.1 отказал. Почему-то пока выясняю причину. Поехали. Включаем блок питания. Включаем приемник. Приемник холодный вообще. Это сейчас показывается температура в блоке 1.5 в опорном генераторе. Видно, что она практически на ноле лежит. Сейчас попробуем что-нибудь другое послушать, чтобы не травмировать психику зрителей. Thank you.
кстати, к данному приемнику я подключил динамик громкоговоритель от Каштана, DGS Каштан. Очень даже неплохо звучит. Так, полностью выключен звук. Вот, кстати, девятка тоже под восстановление. 9.0 блочок. Я понимаю, что в радиолюбительских целях он как бы мало интересен. Но тем не менее. В четверке встроен, если вы заметили, подсвет прибора. В ночное время очень помогает. Неплохое прохождение, смотрю. В прошлом видеоролике в самом обзоре 155 У было слабое освещение. Сразу объясню, освещение было нормальное, в принципе. Просто специфика самой камеры. Она снималась с затемнением. Надо было отредактировать вообще это видео. Но я этого не сделал. Поэтому прошу прощения за полученное неудобство при просмотре того ролика. В данный момент используется уже другая камера. Я думаю, с освещением будет все нормально. Поэтому для меня один, не раньше, но ничего не так.
Обратите внимание, все корреспонденты в данный момент звучат немного голосом Буратино. Это результат того, что еще не прогрет должным образом опорный генератор. То есть сам приемник получается сейчас в стороне. Ведет прием. Здесь есть еще одна заморочка. Вот эта вот лампа, нормальный подогрев, должна загораться, когда уже стрелка будет в секторе где-то от 20 до 30 микроампер. Здесь есть неисправность в опорном генераторе «Нарцисс». Там в процессе эксплуатации и наладки вот этого блока 1.0М было допущено неправильное положение этого генератора. Он лежал на боку. А нельзя эксплуатировать этот генератор лежа на боку. Только в стандартном его родном нормальном положении. В противном случае там расплавляется дифенил. И расплавляется он неправильно, занимает неправильное положение. И в результате вот эта вот лампочка начинает гореть даже на холодном. На холодном этом генераторе. Там вроде как можно это дело подлечить путем регулировки соответствующих винтов, но не всегда хватает этих регулировок. Вот в моем случае регулировка уже ничем не поможет. Ну, я как бы смирился с этим. Работает и ладно. Прием. Я воспринимаю, если у меня плохое настроение, я воспринимаю, если у меня плохое настроение.
А тут как всегда. Ничего не меняется. Я нахожусь в селе Николенко. Николай, прием. Коля, а я имя как?
В этих приемниках перестройка вниз осуществляется более длительное время. Перестраивается вверх гораздо быстрее, чем вниз.
Такие ломовые уровни прям сегодня у многих. Прием, кстати, ведется на обычную веревку. Луч длиной там в районе 25 метров.
Thank you.
Вот такое вот сегодня, в общем, прохождение на 40-метровом диапазоне. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем спасибо. 73. Пока-пока.